Встреча поколений учителей состоялась в школе номер 2. Проведена она была не случайно. По инициативе руководства образовательной организации в школе проходит цикл юбилейных мероприятий, который посвящен 115-летию второй школы и году педагога и наставника, которым президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным объявлен 2023 год. Ветераны педагогического труда с радостью откликнулись на приглашение коллег и пришли в родную школу, чтобы посмотреть, чем она сейчас живет, как изменились и похорошели классы, в которых пришедшие навстречу учителя когда-то работали. Здесь собрались те, кто много лет посвятил родной школе, чьи судьбы тесно связаны с ее историей, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю школы. Настоящая команда единомышленников, настоящая команда молодости. Сегодня мы нашу встречу так и назовем «Команда молодости нашей». Несомненно. Нынешние школьники знают, что школа в этом году юбилярша. На классных часах с учащимися проводятся беседы об этом событии. Подрастающему поколению рассказывается о истории школы, о ее учителях и выпускниках. С точки зрения изучения школьной истории, ребятам было дано задание – составить азбуку школы. Каждый класс придумывал свой слайд на одну из букв русского алфавита. Начали, разумеется, с азбуки – с самых основ изучения родного языка. В познавательный общешкольный проект вошли названия предметов, школьных помещений, мероприятий, внеклассной творческой и спортивной жизни, ступени обучения, директора, учителя, выпускники школы номер 2. За чаепитием со школьной выпечкой ветераны приняли участие в веселых конкурсах. Экзамен, любимые фразы учителей, старые фильмы про школу, как молоды мы были и других. А главное, душевно пообщались. С учителями, которые в настоящее время преподают, рассмотрели темы, волнующие педагогов во все времена. Получился профессиональный разговор на тему «Школа вчера, сегодня, завтра». Коллеги обсудили предстоящий юбилей школы. Празднование назначено на 12 августа. Я очень счастлива, что сегодня у нас в гостях такие замечательные люди. Это наши коллеги, это наши учителя-ветераны, которые знают дорогу во вторую школу, которые очень много сегодня нам рассказали и поведали. Мы увидели, что у них болит душа за то, что происходит с нашим образованием. Поэтому я сегодня просто получила искреннее удовольствие от общения с такими близкими, дорогими людьми. Встреча интересная. Во-первых, мы встретились с коллегами, с которыми давно не встречались. Во-вторых, встретились с учителями, которые работают здесь и которые работали при нас. Рады видеть новые классы, новое помещение, новое такое внешнее хорошее оформление, красивое. Такое ощущение, что дети сюда приходят с радостью, потому что видя красоту, им уже интересно уже здесь учиться. В этом году будет юбилей школы в августе. Я приглашаю всех выпускников. А вы знаете, за 36 лет работы в этой школе это было 36 выпусков разных. И по 2 класса, и по 3 класса, и по 4 класса. Я приглашаю всех выпускников встретиться, чтобы увидеть вас всех, какие вы стали, какие, ну, поделились своими впечатлениями, как раньше мы с вами встречались 20 лет спустя. С удовольствием встречались со всеми, обнимались. Некоторые не виделись по 20 лет, а сейчас у нас даже может быть и больше. Поэтому я с нетерпением жду этой встречи, потому что хочу видеть своих выпускников на этой встрече. Выпускников и коллег обязательно. Ждем вас на юбилей! Друзья, средняя школа номер 2 имеет богатую историю. В этом году она отмечает свой юбилей – 115 лет. К сожалению, крайне мало сохранилось информации о второй школе старого здания. Мы провели статистические данные и выяснили, что новое здание второй школы за эти годы, начиная с 1967 года, выпустило 3043 выпускника средней школы. Мы приглашаем всех выпускников, педагогов-ветеранов
педагогического труда, на торжественную юбилейную встречу от всей души, которая состоится 12 августа в 15 часов в здании Дома культуры. Также в школе вы можете посетить экскурсионные площадки, которые начнут свою работу с 12 до 14 часов. Мы ждем вас, выпускники, на встречу. Будем рады видеть каждого из вас.